Пренеприятнейшее известие, господа. Сейчас будет спасательная операция моего дрона. Я летал над тепличным, хотел посмотреть, насколько упал уровень воды и показать соседям, как выглядит их жилище. Но, к сожалению, мой дрон решил чуть-чуть поспать на крыше одного из домов. Будем спасать беднягу. Кстати, его зовут Гоша. Мы поплывем на точно такой же лодке. Здесь уже мест нет. Сейчас два борта идут. Вот эти прекрасные пёсели живут своей жизнью, веселой и беззаботной. Так, ребят, все, мы едем, но у нас добавили задач. У нас там наш житель живет, ему мы передаем продукты. В путь. Все, ребят, мы поплыли за моим Гошей. Он ждет меня. Мы найдем мой квадрокоптер. В общем, у любого квадрокоптера есть функции безопасности. Поэтому сейчас на карте я вижу, где он сидит, спит, отдыхает. И эта карта ведет меня прямо к нему. Так, у нас небольшое здесь препятствие. Чья-то дверь, чья-то лестница, чьи-то доски, поддоны. Но Гоша где-то рядом. Вот где-то он в 20 метрах отсюда. В общем, мы нашли моего Гошу. Вот он прямо здесь. Лодку ставим на малый ход и плывем прямо к нему. Гоша, жди нас! Вот он аэродром, вот он. Здесь он, только с другой стороны. Нет, забор здесь ниже, потому что здесь уровень очень высокий. Очень высокий. Вот он, Гоша, вот он! Гоша красавчик. Давай, давай, давай. Мы спасли его. Джигитер Рахметов. А Гоша, 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 какой ты плохой. Все, едем домой. Так, с первой задачей мы справились, Гошу нашли. Сейчас задача нам найти моего соседа и передать ему продукты питания. Мы везем вам продукты! Бесбергемес! Помогаем людям, где что подсказать, кто в чем здесь, что вот вам. Да. Спасибо. Вода уходит? От начала, да, вода уходит. На сколько ушла? Ну, уже скажу я вам точно, 35 сантиметров. Это на наблюдение. Книги? У нас читают книги. Все, давай. Спасибо большое. Едем домой, ребят. В общем, все, мы едем домой вместе с Гошей. Мой дом вот здесь, справа. Я не стал просить ребят, чтобы они заезжали туда, чтобы солярку не тратили, потому что у них сейчас еще есть задача по патрулированию. В общем, уровень воды спал примерно на 40 сантиметров. Примерно. И идет продолжение спада. Но отсюда мой дом виден. Вон он. Кстати, вот этот весь строительный мусор, непонятно где расположенные заборы, это одна из причин, почему местных жителей сюда на резиновых лодках не пускают. Потому что они могут быть легко вспороты и могут возникнуть трудности. Это улица Пионерская, это моя улица. К сожалению, у этого соседа крыльцо сейчас под 45 градусов. Это не тавтология, но это улица Пионеров. Это дом абсолютно под крышу. Ну и, конечно же, мы с Гошей хотели поблагодарить этих ребят. Парни, рахмет вам большое. Парни с Павлодара. Павлодар, Петропавловск. Мы вместе. Спасибо, парни. У нас сейчас добавилась миссия. У нас есть мясо. И одна из собак осталась в доме. Сейчас мы едем ее кормить, потому что бедняга очень проголодалась. Это крыша автомобиля. А вот в этом доме четвероногий. В общем, пса не видно. Он здесь на балконе. Все, выходи! Мы ужин привезли. Кстати, вот видите, по откосу
желтая линия, это уровень воды. Ну, то есть визуально сантиметров 45-50 она упала. Как дела? Врагу не сдается наш гордый варяг. Эта история, ребят, закончилась хэппи-эндом.